Значительная часть школьников Югры отказываются сдавать тест на наркотики. Число уклонившихся от добровольной процедуры превысило 7500 человек. На заседании региональной антинаркотической комиссии губернатор округа Наталья Комарова поручила ответственным специалистам сделать общепринятой нормой сдачу обозначенного теста. В нем участвуют подростки от 12 до 17 лет. Проверка делится на два этапа. Сначала в рамках социально-психологического исследования выявляются учащиеся, потенциально подверженные этому пагубному влечению. На второй этап медицинского осмотра попадают школьники с группы риска. Добавлю, что в этом году тест прошли только 70% от общего числа подростков. По итогам тестирования было выявлено чуть более 1300 результатов с высокой степенью риска. К счастью, по итогам проверки выявлено о том, что ни одного положительного результата не показано среди тех, кто попал в высокую зону риска. Возобновились отказы от прохождения процедуры тестирования. В этот раз в числе отказников 7809 человек. Важно проанализировать причины в этой статистике, особенно по тем муниципалитетам, где они приобрели массовый характер. В регионе 30%.